вас в нашем городе? Скажите нам, пожалуйста, вот в этот раз добавили какую-то новую трассу Азов. Расскажите нам, что там за трасса и насколько она действительно совпадает с тем, новый скоростной участок – это дамба. Он для нас сегодня запомнился, что после первых полутора километров мы пробили переднее правое колесо и ехали без него. Но Мариуполь у нас всегда с приключениями. Прошлый год мы, бутылка Кока-Колы стоила нам, что мы почти все отыграли, мы разбились. Но худо без добра не бывает. Когда меня обследовали, нашли, что у меня воспаление легких, причем тяжелая форма, я мог умереть. Так что благодаря тому, что в Мариуполе вот это все началось, но я вылечил. Ну и не приехал. Я думал уходить из спорта, но после этого выиграли чемпионат. А сейчас мы лидируем в Кубке Европы с Сашей. Новая машина. Шкода Супер 2000. Наши конкуренты тоже купили мини. Она более приспособлена для этой трассы и более динамична, но мы не привыкли сдаваться. Я надеюсь, что сегодня мы глохли и меняли колеса. Свою порцию мы получили, я там Бога прошу. А завтра мы закусим зубы, как всегда, и будем ехать как профессионалы. Все, что можем. А кто же ваши конкуренты? Расскажите нам, кто это? Кто это экипаж? Номер 9 Кикирешко, Пушкарь. Думаю, Кочма. Все едут очень быстро. Завтрашний день. Чего ожидаете? Очень жестко. Я ожидаю, чтобы Бог помог мне выложиться до конца, потому что очень жесткая гонка, очень маленькие нормы времени, даже на переезде. Поменять колесо нету времени, даже после скоростного участка. Пока мы успевали все делать. Скажите, а как вообще условия организации именно вот Мариупольского ралли? Насколько она соответствует? Я сегодня встречался, зашел Владимир Семенович Бойко, мы друзья более 20 лет. Ну, то, что Бойко один из немногих людей, кто действительно думает о людях, это настолько видно на протяжении многих лет. Мне вообще нравится ваш город. Он, знаете, такой какой-то открытый, трудовой, без этих киевских понтов, три в уме или как-то. Очень красивые девушки у вас. Еще бы больше времени, а то организаторы делают такой жесткий график. Некогда на танцы пойти, а так все. Я уже не молодой, но красивый. Это точно. Скажите, трасса, она сложная, но она, я так знаю, что в этом году... Ну вот дамбу сегодня, она очень скоростная. Как решат. Она новый док, неплохой, но очень прямой. У этих машин есть один недостаток по сравнению с Mitsubishi. Она идет 165, больше она не может. То есть на прямиках очень много проехали. И трасса. Азов поменяли направление, Броды поменяли направление. Завтра борьба будет, как обычно, Володарский, Броды. Посмотрим. И Азов. Азов нарастили. Он скоростной, очень в трех измерениях. Но думаю, в этот раз мы должны всем показать, что мы есть.